Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Финикию Sidmer Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то лучше перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала, а не подключаться в середине просмотра. Ну и напомню, что, став спонсором канала, вы увидите все серии сразу, а не одну в день. Приятного продолжения просмотра. Куртизаса, ты нашел меня? Да. Ну, будешь посылать ко мне караванчики? Уже посылаю. Может, нам союз тогда тоже заключить? Я не думаю, что у нас будут какие-то... Да, можно. Лечимся. Вроде ничего не разграбил. Да, повышение Варвар. Полностью бесплатно. Да, полностью. То есть оно ни стратегические ресурсы не требует, ни денег. Все по нулям. Да, именно так. Ну вот еще бы было побольше бы юнитов. Так, то есть это я мог ту галерку апнуть... А, ни во что бы я ее не апнул, в каравел бы только. Давайте, наверное, построим тут... Или броненосец. Нет, строим. Нет, рынок. Здесь в очередь поставлю. Или рабочего просто купить. В принципе. Просто куплю. А в принципе, в это можно было, конечно, использовать, если изначально это вот планировать. Подкопить послов, подкопить денег... Пойти по технологии какой-нибудь хорошую выйти. Перекупить юнит и сразу апнуть. В принципе, да. Это можно было использовать. Но для этого надо было играть по-другому. А по Дану химию ускорили. И надо было тогда не Антиохию сюзеренить, а какую-нибудь военную ГГшку. Так, ну ладно, всем спасибо. И тебе спасибо. Канадец, прими предложение. Спасибо за игру. Спасибо да, за спасибо. Игру. Так, тут опять что ли разрушилось? Венгры в итоге вынесли. Так, тут он бегает. Рыцари, давайте мы всадников на всякий случай. Ух ты, Везувий. Помните, погибла Помпея, когда раздразнили Везувий. Блин, дебильный торговец. Ой, торговец промышленный этот. Ну вы поняли, блин. Так. Давайте повышать, наверное, Амани. Хотя... Нет, давайте... Магнуса. Так, меняем карточки. Плюс 2 влияния. Дальше соседство. Вот рационализм надо бы взять. Вообще, у меня пока только один кампус, но рационализм нормально пойдет. Так сделаем. Ну, 10 буквально добавилось. Так,
компьютер начинает всякое предлагать. Мне нужен военный лагерь, чтобы железную дорогу построить. Вообще, куда мы пойдем? Я, наверное, в химию хочу. Мне нужны кампуса. Слушай, Инг, так ты что там, мои каравеллы больше не будешь обстреливать, да? Я так понимаю, ты с этого выгоды больше имеешь, чем я. Ну давай тогда мир заключать, чё. Хотя, может, мне тут еще ему караваны пограбить. Может, рановато для мира. Ну вот нафига мне этот инженер? А, вот так ты будешь, да, делать? Ясно. Учусь у лучших. Ну что ж. Броненосцы открыты. А, так я могу апнуть. Пошли апнем броненосцы, все. Так. А, блин, я каперы хотел строить. Блин. Я забыл совсем. А почему не хватает, не понял я. А, я строю угольную электростанцию. А, вот здесь надо... Так, подождите, здесь надо... Тоже угольную электростанцию сначала. Сейчас, я же еще капером и смогу ему территорию грабить. Раз он такой... Борзый. И не хочет мириться. Англия уничтожает город. Так, капер. У
он решил наземными юнитами на меня идти. Хорошо. Я смогу с еще уходом? Да, смогу там высадиться. Так, здесь Анкорват нафиг нужен. Фабрика и так есть. Театралочку или кампус? Давайте кампус. Стены, ну, бессмысленно, я думаю. Верфь, давайте купим верфь. И будем тут каперы тоже делать. Кампус, промышленная зона. А почему это промышленная зона? А, потому что они построены... Разрушены, точнее... Так, давайте купим здесь строителя. Надо починить эти все шахты. Так, надо карточку на ап взять. Для начала. Надо тут еще караванчики найти, пограбить. Стоимость производства военных юнитов за валюту выбранного типа до следующего всемирного конгресса увеличена на 100%. За веру, наверное. А здесь при отправке в него торговцев... Я так понимаю, кризис вылез против кого-то, против кого не могу. Нет, почему? Резолюции идут. Давайте, не знаю, в научный. Ну я не знаю, тут все такие предложения не очень мне интересны. И результат за золото, стоимость покупки за золото увеличена. Блин, да чё он так плавает дебильно? Так, каперы. Послами торговец, отлично, это Вокланд, конечно же. Хотя, блин, я видимо ошибся, нужен был минус 50% к золоту ставить. Ну да. Карди что дает? 2 единицы за каждое здание в гавани. О, а чё кардив никто не сюзеренит тогда? Отлично. И в нон-модол. Поехали. Капер.
Капер. Стоим. Подходим. Тырим золото. Ищем караванчики. Блин, не успел апнуть. Сейчас карточку на апгрейд юнитов ставим, апаем каравеллы в броненосцы. Союзник Голланды только что. А, голландец, видишь шоколадные холмы? Нет, ну, мне написали, что ваш союзник Нидерланды только что обнаружил шоколадные холмы. Что, обманули? Это потому что мы с тобой военный союз второго уровня стал. Я вышел в обычный век. Блин. Как так? Там же оставалось... Блин. Я не проконтролировал. Ай-яй-яй. Ой. Да, частично. Не, я не буду. Мне этот кризис не интересен. Так, значит, во-первых, ставим скидка на улучшение юнитов. Во-вторых, 100% морских юнитов промышленной эры включительно. Ну, пожалуй, так. И идем в мобилизацию. А что, я художественный музей не построил разве? Ну-ка, купим. Так. Ап. Ап. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Да блин, где каперы? Эх, и не успел еще все апнуть, правда. Две полевых пушки обойдусь. Приняли военный союз против Канады? Венгр и Англия? Прикол. Так, ну, новое время, это же, да, работает на фрегатиков. Я чё, он не доплывает? Thank you.
Тут фабрика не нужна. Статую свободы построить. Блин, мне, конечно, что-то с наукой надо делать. То есть расти надо. А значит, пригород. Так, где тут ему пограбить территорию? Ой. Надо уплывать. Ну и вообще надо бы и фрегатов построить для линкоров. У меня, правда, может быть, нефти не быть. А, тут нельзя строить? Не, можно. Да, но Окленд очень важно, что я держу Окленд. Конечно. Так, надо тир вырастить до кампуса. Карфаген вырастет. Кстати, вот в тире можно вот здесь кампус будет сделать, а в Карфагене тогда тут. Ну, хоть какой-то, чтобы... Ну, вообще, с наукой
У меня проблемы, вот, в отличие от, например, того же голландца. Хотя он, может, эти делает проекты. Голландец в электричестве, нет? Вполне возможно. Кстати, надо бы и мне в электричество выйти. Но сначала в химию, потом в электричество. Выращиваем города. Блин, ну как же я нормально этот вышел? Это я, конечно, сглупил. Ух ты, кто это так ворует? Сюда подойду. Куда-то поплыл. Высаживаться, видимо, хочет. Ну ладно. Давайте его там перехватывать. Так, давайте в тире пригород. Причем прямо сейчас строим. Потому что расти надо. Так, здесь ремонтируем. Здесь пригород. Слушайте, мне нужно, знаете, что открыть? Эти аквапарки. Знаете, естественную историю. А то мне как-то со счастьем постоянно проблемно. Thank you.
Боже, ну он вот как таракан, понимаете? Влез вот прямо туда. Вот как вот сюда он проплыл? Вот, ну, предлагал человеку мир. Не понял. А кто тут что разграбил? Ну, это нормально. Я чисто ради послов туда отправлял. Кто-нибудь видит тут вражеский юнит? Чё это за бред? Где этот юнит, который я не вижу? Оккупирован. Блин, как так-то? Культурка, неплохо. Так. Ну, может ли уже каперов хватит? Я их явно тут кучу уже настроил. Аквапарки могу строить.
Ну, пошли в демократию. Радио открыть, три корпуса. Что тут за невидимый юнит? А, чисто посмотреть, что там за юнит. Неудобное место забито. Все-таки нашел меня, да? Ты знаешь, какая-то странная штука. А что, они невидимые, эти прачники? А ты посмотри на их улучшение. У них 7-го левела самое низкое улучшение. Это то, что если ты вплотную подходишь, он не вид... только тогда видим, а до этого он вообще не видим. Нет, я знал, что он на Театральной площади стоит, потому что я ее не мог починить. Там, если вы не можете починить, потому что район оккупирован. Это было... Ах, черт. Да, надо тебе было, надо было оттуда сваливать. На следующих. Да, именно так. Но штука, конечно, классная, что они невидимы. Это какой-то этот... Я в самом начале не против варваров, а удвоенный опыт разведчиков взял, и все мои разведчики стали вот этими прачниками в араках. Ну и ты меня своими каравелками подсадил, подсобил немножко. Я думал, ты его успел убить, а нет, а я успел разграбить.
Ну, хоть это тебя радует. Нет, меня много тебя радует, вообще веселая игра. Так, сколько там? 7 ходов, то возможности камп устроить. Долговато. Ну что, статую свободы построить? Опа. Так, понятно, надо атаковать. Но это больно, я не хочу терять эти каперы. Сколько у них силы? 50, а здесь 77. Ну вот, лучше этого подставлять. Ладно, ладно, давай, мир. Да не. Уговорил. Да не, не хочу уже. Я Саусу возьму таки. Ходов тут 4 хода до кампуса. Археолог. Кто это там, Вильнюс? А, ну пускай, ладно. Вильнюс мне, мне главное Окленд держать. Инк, возьму Саусу, тогда готов на мир. Ну или если не возьму ее. Не, ну если не возьмешь, придется мне мстить. Как так? Это же все-таки игра. Интересно, как ты собираешься мстить тут? Ну, что-нибудь придумаю. Я бы, наверное, тоже кого-нибудь захватил, если бы скидку взял, минус 50%. А я посмотрел, что ты у всех денег много, решил проголосовать, чтобы подороже стало. Много это сколько? Ну, Алексей смотрел, 5000 было. Так. Дебильно тут сделано перемещение, конечно, это...
на сколько процентов подняли цену за покупку войск? В два раза. Так. Что он там делает? Это у нас археолог копает. Где художественный музей? Так, это можно убирать на самом деле. Где этот инженер? Вот он. Фабрику и мастерскую мгновенно. Фабрики дают плюс 2 производства. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, надо. Или здесь делать. Нет, здесь. Они, конечно, мгновенно не построятся. Хотя, может, здесь? Только мастерская. Седоне райончик строится. В боевом построении это, по-моему, с этим. Вот так, если. Канада, сделка. Да, сопровождение, видите, плюс 10. Так что попробуем организовать здесь атаку. Хреново я распорядился как-то этим великим человеком. Но здесь у меня Магнус сидит прокачанный, поэтому я и ставлю так. Так, два хода до 13 жителей, тут 5 ходов. Довольства не хватает. Ну, я для этого и строю. Разве этот аквариум, ну, аквапарк, чтобы довольство вернуть.
Вышли в подлодке. Давайте компьютер, наверное, откроем. Один ход. Не, отложим для кампуса. Тут все построено. Даже не знаю, куда отправлять юниты. Надо тут карточку. А, есть карточка. А, нефти нет. Молодец, вышел в подлодке, не открыв нефть. В моем стиле. Линкоры. Так, значит, надо фрегатиков еще построить. Видимо. О, первая фаза изменения климата. Блин. Не, знаете что? Нафиг фрегаты, пошли в компьютеры, потому что иначе меня все затопит нафиг. Ну да, линкоры отключить. У кого линкоры? Да у всех уже, наверное, линкоры нет. Ну да. Я в Тире тут строю кампус, а Карфаген тут поставит кампус. Тут заканчиваю вот эти аквариумы всякие, начинаю проекты на науку чисто. Thank you.
The human race is a monopoly. Каперы нового времени, промышленной эры. Не, даже возрождение каперы. Нормально. Считает, работает. Так, 6 ходов до кампуса. Нет. 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 Ничего такого строить. Так, здесь просто покупаем библиотеку. Универ. И лабу. И начинаем программу телепередач на завтра. На самом деле, просто проводить проекты. Может, тебе какой-то дань инк заплатишь, чтобы я не брал город? Да, не, забираю же, чё. На этом пока все. Продолжение партии за Финикию спонсоры могут уже сейчас посмотреть, а все остальные увидят завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!